зависимости от нашего опыта будет меняться и наша силушка. Ах, я чуть в пёсю не попала. Да, это было опасно. Этот меня не понял. Погоди, надо к нему красться. Я поняла, надо красться. Вот так вот и вот так вот. Только давай от него отойдем, потому что взорваться должен. А то... Всем привет, меня зовут Фласка, и в гостях у меня сегодня Фриди. Всем привет, ребятки. Сегодня у нас Майнкрафт не совсем обычный. Сегодня, в зависимости от нашего опыта, будет меняться и наша силушка. Братанская. Итак, Фриди, давай, накидай мне, как можно быстро прокачать опыт, скажи вот мне. Ну, давай что-нибудь новое, не как в прошлых видиках. Давай, вот придумай. Нам надо быстренько сейчас пойти убить дракона, погнали. А, нет, это в конце видео мы обычно делаем, погоди, возвращаюсь. Стой. У меня идея, а что если мы пойдем и просто порыбачим? Да, все, мне нравится, побежали. Ребята, даже не вздумайте спрашивать, откуда у нас удочка, мы ее нашли в деревне. Позаимствовали. Да. А теперь пойдем рыбачить. Рыбалка тоже дает очень прилично таки опыта. Главное, чтобы клювало. Клювало, ага, да? Ага. Странное слово. Ждем. О! Вот она! Блин, а у меня что? Идет! Уй! Слышь, мне что-то мало дали. В смысле, у тебя левел уже есть? Да. Каким образом? Ну давай, проверь. Давай, ударь. Нет, максимально обычно ты бьешь. Ладно, хорошо. Стоп, погоди, так ты обнул левел или нет? Да. Тебе увеличили урон? А, знаешь, я только что проверил, нет. А, нет, ну ладно. Later. У меня почти левел, щапну и проверим. Наверняка что-то дадут. Давай. Ну-ка, лови рыбу подальше от меня, тут моя. Да тут оно ж не так работает, это ж не так, как в реале работает. Тут самое главное, закинуть в одно место. Понимаешь? Это же Майнкрафт. Тут, господи, тут в луже можно. Одновременно! У меня левел! А чё это ты, красные пузырьки от тебя идут, а? Рыбу словил вкусную, и теперь я суперсильный, потому что поднял уровень, я второй! Ты поднял, Так я думала, за каждый уровень дают, а выходит нет. А как ты так вышло, что ты быстрее меня уровень-то поднял? Это нечестно. Ну вот так вот, теперь можно проверить. Погоди. О, нифига себе, ты мне снес. У меня минус 4. До этого ты мне сносил бы половинки. Блин, как же долго рыбачить. Давай быстрее. Знаешь, мне все-таки кажется, если бы мы с тобой пошли в пещеру, было бы... Намного быстрее, да. Конечно. Я тоже так думаю. А то сидим мы тут. Нет, все, беру свои слова обратно. У меня почти второй левел, так что подождем. Давай. Давай, почти. Ну, а потом можно пойти в пещеру. Все, мне дали. Сила 2. Опа. Да ты что дерешь-то, блин? Так, у нас с тобой второй левел и сила 2. Это что? Это значит, я барашка сейчас с удара вынесу, да? На! Нет, не с удара. Нет. Пошли за мной, знаешь что? Какая-то идея, рассказывай, мне интересно. Да. Мы знаешь, что сейчас делаем? Мы быстро добываем. Погоди, на. У меня есть дерево. Молодец. Короче, быстренько делаем верстачок. Так, а зачем? Быстренько делаем палки. А, у меня есть палки? Ну да, так, и чё? У тебя есть инструменты, ты хочешь? Да, у меня есть инструменты, набери. Так, а чё ты молчал? Так я не знаю, это ты вообще-то молчишь и ничего. О, кстати, тростник, на всякий случай возьму, пригодится. А ты заметил то, что сейчас это, солнце садится, и нам бы с тобой вернуться в ту деревню, где мы собрали с тобой удочку у рыбака? Предлагаю двигаться именно туда. Ну ладно, побежали в деревню тогда, чё? Только побыстрее, а то сейчас стемнеет, а ночью. Слышь, так и пофигу. Так пусть будет ночь, а мы с тобой ночью побегаем, уровень подымем, понимаешь? Только нам для этого нужно, ну, меч хотя бы, там, каменный, во. Нам нужно найти какую-нибудь пещерку. Ну или ладно, чё пещерку? Вон там гору видишь? Вот ее сейчас мы с тобой свернем, во. Горы сворачиваем. А мы с тобой быстренько добудем камень. А ну-ка поставь верстак, ты же не зазря верстак скрафтил. И я сделаю нам с тобой, стоп, лучший меч? Наверное, лучший меч, да. Ну-ка давай, ты где? Эй, Фриди. А, здорово. Давай, ставь. Опа, давай, ставь. Где верст? А, он у меня, все, понял. Верстак у меня, ставлю. Делаю, короче, нам топор. Нет, стоп, зачем нам топорик? Давай мы с тобой просто делаем два меча. Окей, значит, это нужно... На тебе один меч мне. Все, забирай. Балдеж, а теперь что? А теперь ждем ночи. И пока у нас есть время, мы, между прочим, с тобой можем... С коровой разберемся. Хотя смотри, тут очень много рыбы. За рыбу дают очень много опыта. Ну-ка. Ты глянь, нам даже рука с тобой не нужна. Ты глянь, как быстро. Оп. Уровень дойдет. Я почти второй. Ну-ка, осьминожка. Я почти четвертый, ты понимаешь? Почти, но не четвертый. В смысле почти четвертый? Я только третий взяла. Погоди, а за каждый сколько левелов нам будут увеличивать силу? Потому что я сейчас опнула третий, и мне ничего не дали. Это вопрос. Наверное, четвертый. Я понял. Сейчас я быстренько все сделаю. Я с одного удара убиваю. Вот это. Да, опа, рыба.
Четвертый. Не трогай рыбу. Мне дали уровень третий, да, балдеж, теперь я еще сильнее. Так ты смотри аккуратно, по мне не попади, потому что, ну, это ГГ. Я с одного удара отлечу. Я вижу впереди лучников, давай разберемся с ними. Жесть, тут слишком много мобов. Ой, ща, пынемся за эту ночь. И я хочу кушкать. Ой, их слишком много, я хочу есть. А стоп, мы же с удара их всех разносим, почти. Аккуратно. Пару яблочек тебе дать. Слушай, а у тебя есть печка? Печки нет и булыжника, то... О, у меня вообще, короче, ничего нет. Ой, я разберусь, опа. Я, кстати, пятый левел, но все-таки у меня все еще сила 3. Нам нужно с тобой накопать немножко все. Как много. Мясо, вот это, конечно, мы с тобой покушаем. Мобы, давай. Ох, я сильно, я не могу. Я сейчас Майнкрафт пройду просто на изи, но... Мне дали 4. Все, сила 4, я теперь могу... Сырым лососем убивать с одного удара. Ага. Так, подожди, сейчас я сделаю нам, знаешь что? Сейчас я сделаю нам то, чего нам очень сильно не хватает. А печку, наверное, да? Конечно, печку. Подожди минуту. Так, иди сюда. Все, иди, окей, я иду к тебе, и у меня уже сила 5. Я лосося всех. О, со мной скелеты! Ты что там делаешь? Что ты там делаешь? Где ты уголь взял? Ну-ка, давай, я тебе сейчас суну. У нас не было угля, я сделал древесный уголь из древесины. Молодец, одобряю. В дубовые доски я туда просто суну, да и все, в принципе. Опа, корова. Мясо, это хорошо. Ой, я всех лососям буду сегодня просто... наказывать. Ну-ка, подкрепись, на, Давай. Ну-ка, что ты мне тут дал? Да ладно, жареная баранина. Свинина, да. Что, тебе не кажется, что сегодняшняя наша сложность слишком изёвая? Ну это жесть, у меня сила 5, я... Да ты знаешь вообще, кто я такая? Зачем ты на меня напала? Я тебя с руки, я тебя лососим, я всех лососим сейчас. Короче, у меня челлендж. Пройти Майнкрафт, но с сырым лососем. Ты в меня не попади, ты что, ты меня сюда? Сырым лососем. Я злая. Погоди, да там походу... Я всех яблоком теперь. Ага, Крипи, привет. Не-не-не, не в этой жизни, братан. Ну-ка, у меня 6. Все слишком легко. Слишком изи, все, я не хочу играть в этот Майнкрафт, он стал слишком простым. Я хочу есть, я... Хочу к своей печке. Жареная свинина. Вот это я добра. Мне кажется, нам с тобой нужно побольше печек, потому что кушать хочется всегда и... Посмотри. Тут есть уголь. А, точно. Мне бы каменные инструменты. Да, подожди, смотри. Глубже думай. Тут есть лава и вода. Смотри, как близко нам просто нужно ведро. Ну, это чтобы проходить Майнкрафт. А ты хочешь его проходить? На, кстати, делим напополам. Бери. И я вижу крипера, которого я... Жареной свинины. Ну, почему бы и нет? Хорошо, дай-ка я по-быстренькому сделаю кирочку. Все, кирочка у меня есть. Чисто стейком убила. Так тут по факту я просто всех вырезаю рукой. Голыми руками. Нет, ну лососем звучит круче, поэтому я буду говорить лососем. Я накопала немножко угля, теперь у нас процесс пойдет немного быстрее. Ну-ка. Да ты че, я тебя... Я тебя киркой. Удара, тупо с удара. Так, ну-ка. Балдеж, сую сюда уголечек и сую сырую баранину. На самом деле, нам бы все-таки еще сделать одну печку и по-быстрому накрафтить нам еды. Теперь, мне не хватает. Может быть, у тебя там есть немножко булыжника? Давай-ка ты скрафтишь, на-ка, бери-ка весь булыжник. Делю тот уголь, что я надыбала. Ну-ка, давай, иди сюда. Ё-моё, это что такое? Меня подорвало сзади, я даже не услышала, нечестно. Ты тупо бахнула, тупо разорвалась. Чтоб ты понимал, у меня ноль просто силы. Ты мой опыт подобрал, ну ты красава. О, да. А зачем ты мой опыт-то подобрал? Разрывная. Подожди, поаккуратнее, молодая девочка, я сейчас как с плюхи так прозарежу. Я тебе сейчас плюхи, я тебе что сказала? Пожалуйста, построй еще одну печку, ты что? А ты мой опыт взял. Все, я, короче, на тебя обиделась, и... А если так? Инструменты мне дай, пожалуйста, инструменты мне. Что у тебя было, вот это. Я хотя бы... О, все, что мне нужно, это... О, мой меч, все, и каменная кирка, и треска, да, и лосося, вернее, я лососем буду всех бах. Дай лосося мою. Ну, забирай. Одобряю, лосося, одобряю. Так, пусть лосось переплавляется. Понял, переплавляется. Дай-ка я хотя бы один левел возьму, потому что все, я начала чисто с нуля. Вот эти вот криперы, которые вот просто сзади подходят, вот нечестно они делают. Давай-ка ты не будешь мой опыт воровать, потому что мне хотя бы первый взять. А нет, стой, мне нужен второй, точно. Ладно, сейчас добуду второй, и мы с вами встретимся. Later. Я тебе что скажу, взяла второй левел, и у меня опять сила 2. Ладно, хорошо, пойду разбираться с мобами. Что ты тут подглядываешь, что я делаю? Делами занимаюсь, я важный. Блин, утро, я не... Ладно. Где еще уголька подобывай? Да, уголек. О, монстр, вот где он. Монстр? Где? Держу. Ай, ладно, бей его, мне лень идти ради... Я вижу свина. Я на них подыму.
Обнула третий левел, это было долго. Вот, вот ночью очень хорошо апать левел, потому что, ну, блин, на обычных мобах ты сильно не подымешься. И пока я апала левел, мы с Фриди подумали, что нам нужно в этой серии убить Визера. Визера, да. Звучит круто, да? Этого Визера надо, блин, просто вот так вот, вот так вот. Я и так весь левел потеряла, поэтому ты поаккуратнее. Опа, треска. Трески очень хорошо апать левел. Ну-ка, опа. Опачки, опачки, давай четвертый. Спрутик, ну-ка, сколько мне спрутик дает? Спрутик, кажется, мало дает. Ну-ка. Да, спрут мало дает. Знаешь, что я тебе скажу? Что ты мне скажешь? Я тебе скажу так, мы достаточно сильные с тобой, но... Сильный только ты, у меня всего лишь сила 3, это мало. Мы слабо защищены. Нас быстро убьет визор, надо подготовиться. Ну, на самом деле, мы можем просто найти деревню, потому что в той деревне, где мы были, там ничего интересного. Давай найдем новую деревню, и дай бог там будет кузнец, и у него будет какая-нибудь броня. И, конечно же, я все одену. Наши печки и наш верстак. Давай, давай, я пока что подумаю, куда идти. На юг, все, там туда. Later. Пока мы путешествовали, у меня целых 35 сырой говядины и 15 сырого лосося. Ого, да куда тебе столько? Делись, малая. Че делиться? Оно все сырое, нам нужно это переплавить. И, блин, я тут найду кого-нибудь печку. Ну или уголечек. Еда. Нет, ну, в принципе, нормально, но у меня больше мяса интересует в этой жизни. Кстати, возьмем на всякий случай кровать, пригодится. Смотри, что? Шо? Пусть будет с нами. Ну-ка, будет домашний питомец. На, держи, приручи своего. Че, с одной косточки приручил, что ли? Ну да. Кого? Как ты это сделал? А, блин, тут еще один ходил. Погоди, а где он? О, это котик. Нет, это котик. У меня есть сырая треска. Лосось. Это, киса. Кстати, сюда. Лосось. Лосось. Смотри, смотри, смотри. У тебя пес, а у меня кто? Смотри, 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 смотри. А, блин, сидит. Сюда иди, сюда иди, сюда иди. Смотри, у меня барсик. У меня барсик. Кстати, я нашел того пса. Ну пусть у тебя будет барсик. Смотри, барсик очень милый, у него разного цвета глазки. Как у тебя, блин, на тебя похож. Миленький, блин, кстати, да. По факту у меня тоже разноцветные глаза. Тупо мой барсик. Барсик, побежали за мной. Будешь меня спасать от криперов. Хотя это странно, вроде бы я девочка динамит, и крипер моя вторая стихия, но видимо. Голем! Я его сейчас пару. О! Привет, малыш, ты тоже хочешь? Быть моим котиком. Меня сюда. Нет, походу не очень понятно. Спасайся. Котик хочет рыбку. Рыбу бери. Он постой. От тебя убегает. Да он убегает от меня. Погоди, он надо к нему красться. Я поняла, надо красться. Ей, все, это мой барсик. Еще это один? Мои барсики. Да, у меня очень много барсиков, у меня есть косточки. О, опыт не помешает. Ну-ка, голем, давай мы с тобой разберемся. Только я хочу кушкать, у меня вообще нет еды. Ладно, давай вначале все переплавим. Мне нужно найти плавильную печь. Поставили две печки, сунули туда-сюда, разделили, чтобы, ну, быстрее процесс шел. Как ты его назовешь? Петр. Первый который Питер построил или основал, или что он там с Питером? Нет, Петр пес. Так, смотри, у тебя есть кожа, ну-ка, давай, броню. Да, у меня 17 кожи. Вообще изи, смотри. У меня уже есть это тоже. И еще я могу сделать кожаные штаны. А у тебя что, не хватает на кожаные штаны? О, кстати, уже темнеет, балдеж. Так, я хочу кушкать. Я это возьму. Это я тоже возьму. Ладно, с тобой поделюсь. На тебе 4, мне 4. Мне как вкусно. А теперь я хочу разобраться с тем големом. Все же, потому что железо лишним не бывает. Привет, братан. Тихо! Не трогай его, не трогай, я сейчас все сделаю. Просто у тебя там 10-й левел, ща я отрегенюсь немножко. Он медленный, ща, я просто боюсь к нему подходить, а то он... Да меня... он реально тормоз. Ну-ка, давай, ну ударь. Да я боюсь, потому что у меня сюда, если он достанет, он достал. Я не могу, но это... А нет, слышь, у меня сила... А почему у меня сила осталась? Иди возьми свой опыт. Ща я прибегу. Опыт. А может быть, погоди, а тогда от чего я... Меня взорвал крипер, а тут меня голем побил. Может, потому что меня голем побил, но у меня рели, у меня осталась сила. Блин, ну это имба, тогда надо сейчас умирать просто на големе и весь опыт забирать обратно. Вообще-то нет, у меня всего 4-й левел, и выходит, мне нужно... Я тебя добью! Теперь я, такая вся довольная и счастливая, сделаю себе железные ботинки. А, победила голема, померла от голема. Это что, новые Nike? Air Force? Air Force, G-Force. Да, это тупая. Погоди, а где вся моя еда? Моя еда, у меня всего 2 стейка. Ну-ка, это я заберу, это я тоже заберу. Я могу половину отдать, ну, хотя тут все плавится. На, бери, я просто все забрала. Так, хорошо, мне нужен мой лосось, потому что я всех буду побеждать лососем. Где мой лосось? Все, а теперь мне нужны грибы. Я хочу обнуть левел. Злая пёся, злая пёся. Чё пса убила? Да он злой пёся, он агрессивный. Не спутай с моим. Так я же смотрю, я просто вижу, что тот с красными глазами идет. Ладно, сейчас я быстренько левел апну, и мы с тобой продолжим. 6 hours later. Чтобы вы понимали, ребята, мы сделали все за вас. Мы уже добыли череп визора скелета, песок души, и мы побывали уже в аду. Ты почти попал, смотри. Блин! Сейчас я сделаю. Опа, смотри. На! Да он летает,
быстро, пожалуйста, быстро сюда, я тебе сейчас глаз на... Я попаду. Давай я тебе лук дам. Я лук скрафтил. Блин, давай. Давай. Держи, держи, так, держи, так, быстрее. Взяла. Опа. О, сейчас попаду, смотри. Двух ударов, слишком изи было. Ладненько, хорошо. Подожди, это ты попала, что ли? Ну, я в него два раз попала, и ты, наверное, добил, я не знаю. Ну, теперь все, ну, пошло, как говорится, по трубам. Ну, зато, кстати, изи левел. Ладно, нам, в принципе, кстати, о чем мы хотели вам сказать, но забыли об этом рассказать. Мы апнули 20 левел, и у нас уже сила 10, и, кажется, выше она не поднимается, наверное. И, кажется, нам пора домой, давай быстрее в портал. Да-да-да-да, пошли в портал, а я сейчас быстренько. Ну, а сударосик. Сейчас мы зовем юзер скелета, ой, сушителя этого. Ауи. 2 hours later. Нашли очень балдежное место, ну, по моему мнению, вроде бы, знаешь, вот, по типу такой аренки, только за нами там... А, ща я с ним разберусь. Вообще страх потерял. Кого? Ты чё, офигел? Черт, выходи. Да ты чё? Я чуть в пёсю не попала. Да, это было опасно. Это было очень опасно. Так, я сейчас быстренько, Опачки. Вот так вот. Вот так вот и вот так вот. Только давай от него отойдем, потому что он взорваться должен. А то я как-то уже раз попалась на такое. Сейчас он взорвется, и мы к нему подойдем. Песики, собачки, сюда. Он убил мой... А, нет, ладно, хорошо, что... Смотри. Сударь, мы его здесь, ударов. Фласка был убит Фридом, да. Ну, в принципе-то чё, меня здесь с одного удара развалит, а где? Сюда. Я могу пробовать его добить, но лучше это сделаешь ты. Чем я добью? На, держи. Спасибо. Наряжайся. Я бы его добила, но у меня вообще ничего нет, у меня никакой силы нет. Я просто возьму свой опыт. О, шестой, неплохо, окей, шестой, неплохо. Ну-ка, давай, всё, что у тебя есть. И я бегу к тебе сейчас, я отдам тебе броню твою, свою, мою. Так, иди сюда. Короче, давай. На, держи. Так, это твоё. О, кстати, роза визера у меня есть. И что у нас было? Погодь. А все. У меня сила 4. Но это мало. Окей, только в меня не попади, я тебя прошу. А я как поняла, скажете? Почему ты меня побил. Потому что меч-то у нас массово бьет. Я, походу, попала под раздачу. Вот на работу. Да. Все верно. О, так ты тоже нормально увалишь. Ну, у меня так-то, извините, как-никак. Почему меня? Был сушен, пока боролся с визером. Короче, знаешь, я не понимаю, как это работает, но почему-то постоянно, когда я снимаю... Я за этот ролик 4 раза. 4 или 3? Короче, много раз я померла, я не понимаю, как это работает. Но мне кажется, оно работает как-то нечестно и как-то багано, потому что вот, например, сейчас у меня силу не забрали, а тогда забрали. Это очень обидно. Ты там победил его, да? Нет, еще. Я жду. Мы должны вместе это сделать. 2 hours later. Прошло очень много времени, я добежала. Ну давай, иди, делай дело. Погнали, сделаем дело. Финальное. Давай, я постою и посмотрю. Блин, я изучена. Давай. Его там побил, да, молодец. Звезда Незера, все. На, держи. Молодец, я хочу есть. У меня для тебя подарок, смотри. Да подарок, это хорошо, я хочу. Я жрать хочу. Это мне? Это тебе, это все тебе. Это звезда Незера. Нет, понимаете, я немножко злая, потому что, ну как-никак, я за это... Я снимаю, я помираю, ну нечестно. Еду дай, спасибо. Забирай все. Я снимаю, я помираю. Меня это немножко триггерит, бесит, злит. Я не знаю даже, как назвать, но это просто жесть. Погоди, где еда? Все, нашла еду. Ой, ладно, короче, ребята, на этом мы с вами будем прощаться. Если вам понравился видос, обязательно ставьте свой лайкос. Ну, а с вами была Фласочка и Фридрих. Всем удачи, пока-пока. Пока-пока. А еще, кстати, напишите свои пожелания о следующем видосе. Ну, типа, я там хочу, чтобы ты стала там это. Ну, что-нибудь там, да. Например. Короче, да.